Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, Тора вечна – это не просто слова. В этом можем убедиться, и тот, кто действительно занимается там поглубже, он понимает, что можно брать недельную главу и смотреть, что будет дальше. Любые вещи, которые сегодня там от стрессов до выхода из них, все есть в нашей главе. Давайте попробуем разобраться. Написано в главе Экев: «И будет из-за того, что вы будете слушать законы эти, хранить их и исполнять». Когда в Торе говорится слово «и будет», говорят мудрецы, это всегда означает радость. Ну, во-первых, это радует нас, что мы попали в недельную главу, которая начинается с радости. Во-вторых, речь идет о чем здесь, если думаться. Если ты будешь радоваться все время, будешь все время в хиппинессе, в хорошем настроении, у тебя не будет никаких стрессов, никаких. Часто это какое-то поколение стресса. И это понятно, потому что люди каждый день сталкиваются какая-нибудь очередная. И если ты не имеешь за спиной четкой уверенности в Боге и в том, что Он тебе поможет, ну, на 100, наверное, никто не, ну, на какой-то процент. Вот на этот процент ты спокойно, остальное нет. Невозможно, пишут мудрецы, избежать стресса, потому что это вообще вещь относительная. Есть анекдот о человеке, который не мог ни на одной работе удержаться, потому что всякая работа была для него слишком нервная, волнующая. Наконец ему дали уже апельсиновой рощи работу. Он должен был сидеть, такой желобочек летит, и вот большой апельсин сюда, маленький сюда, если ты видишь, сортируют. В конце рабочего дня его спросили, ну как, он говорит, я не могу здесь работать, это сплошь слишком много стресса. А его спросили, а какой стресс? Он говорит, ну как, каждую секунду решение надо принимать. Для этого человека принять решение, там, апельсин маленький, большой, это болезненно. То есть, что это означает? Что такое стресс, каждый определяет сам, да, и как назвать это мероприятие. Есть он в этой жизни, мы живем в такую эпоху, да, миллиарды, там, транквилизаторы, здоровье, все бегут куда? К врачу. Надо не к врачу написали идти, надо, душа должна лечиться. Знаете, вот, как растут омары, спрашивают, да? Ну, как они растут? Ведь панцирь твердый, не растягивается. И ответ в том, что по мере его роста, да, когда панцирь начинает омару жать, он тогда что, прячется под скалы, чтобы спастись от хищных рыб, сбрасывает панцирь и отращивает новый. А если бы, вот, ну как сигнал, что ему пора сбрасывать свой панцирь, это то, что стало ему в жизни некомфортно расти, он не растет. А если бы у омаров был доступ к врачу, они бы, наверное, никогда не выросли, потому ощущали свой там какой-то, как видишь, дискомфорт. Они бы там обезболивающую таблетку какую-то дали. Ну и все, и он бы избавился от дискомфорта и умер бы маленьким омарчиком. Написано: не хлебом единым жив человек, но всем, что исходит из уст Творца. Это знаменитые слова именно из нашей недельной главы. Что это означает? Что все благословения, которые получает человек, он получает когда? В Рош ха-Шана на целый год. И мы готовимся к этому дню и желаем, чтобы запись, которую принял Творец, там была положительная, чтобы все было хорошо. И такие пожелания положено произносить когда? Уже все, с 15-го ава. Вот сейчас уже каждый обязан по закону говорить, почему такая дата. Потому что это пожелание «Кетима ва хатима тава», да? Из словосочетания 15 ава имеет общее значение на иврите 928. Это значит, что у них есть внутреннее совместное содержание, поэтому пишут, что общее содержание, поэтому пишут, что с этого дня положено человеку, если ты видишь другого и хочешь ему сказать, то обязательно именно «Кетима ва хатима тава». То есть ты уже... Мы с сегодняшнего дня уже подключились к Рош ха-Шана, в котором будут вынесены все остальные решения. Нам только, да, и подводим опять итог к тому, что говорили. Один человек, маленькая такая хасидская притча, просил Бога цветочек, да, и Бог ему послал кактус и червяка. Человек сидит и плачет, я просил у Бога одно, а получил другое. Прошло время, и к своему удивлению, человек обнаружил, что кактус зацвел красивым цветком, выпустил бутон там. А червяк оказался потрясающей, восхитительной бабочкой в конце. И вот говорят мудрецы, что путь Творца, он всегда добрый. Даже если нам кажется, что это не так. Даже если мы не понимаем этого. Есть всему причина. Если ты просил об одном, а получаешь вместо этого что-то другое, положись на Всевышнего. Он лучше знает, в чем ты нуждаешься в данный момент. Это очень тяжело, но это самое правильное. Это не обязательно всегда он дает нам то, что мы хотим. А если не получаем всего, что просили, там написано, не надо горевать, сидеть и плакать, потому что сегодняшняя колючка или то, что нам кажется плохим, завтра превратится в цветок прекрасный или станет бабочкой. Поэтому все будет хорошо. Брахава от слаха.